Всем привет! В общем, несколько дней не снимала. Что у нас происходит? Даня у нас сейчас пару дней сидит дома. У него сопли и кашель. Что у вас в школе? Все болеют? Многие? Да, многие болеют. Но ходят, да? Вот Даня тоже до последнего ходил. То есть на больничный садятся, не хотят садиться, потому что боятся, что закроют класс на карантин, да? Да. Разрешено до 5 дней сидеть дома. Так вот, все периодически сидят дома, на больничные не садятся. Но ходят все сопливятся и кашляют. Ну вот Даня тоже ходил, пока сопли были, но как перешло на кашель, то мы, конечно, его посадили дома. Ну вот пока он посидит пару дней до выходных, у нас как раз среда, четверг, пятница, а в понедельник, если ему не будет лучше, просто вызовем, конечно, врача, да? Так, ну все, он сейчас делает уроки. В ванной. Не, в ванной он пришел там мыть ручку, у него потекла. Так он делает уроки. Вот, а я сейчас покажу, какая у нас погода. Погода у нас какая-то ужасная. Идет дождь. Была даже гроза. В общем, холодно. В квартирах тоже прохладно. На улице ночью и 7, и 8, днем 11, 15. В итоге получается, что отопление еще не включили. И, конечно, в квартире 20 бывало, даже градусов 21. Приходится нам включать обогреватель. И вот поэтому все, наверное, сопливятся. Вот гром сейчас. Дождик поливает хороший. Хочу показать вам такую подушку. Бабушка ездила в Ашан, купила себе подушку. Наполнитель здесь гречневая шелуха. Вот. Потом она поехала еще купила нам такие же две подушки. Мы взяли их на дачу. У нас на даче мало подушек, поэтому надо было менять. В общем, подушка. Хочу показать, прямо сейчас покажу, что внутри. Наполнитель Лузга Гречихи Экстра 2,1 килограмм. Ну, чехол, понятно, там хлопок. Все. Вот такая вот подушка интересная. Сейчас я покажу вначале, что внутри, потом скажу, и мы уже спали на таких, Сереже, как у нас впечатление. Бабушке очень нравится, а я расскажу наши впечатления Сереже от спанья на такой подушке. В общем, тут чехольчик такой. А дальше получается еще один чехольчик, где уже сама вот эта вот лузга гречихи. Сейчас я ее открою. Ее можно вынимать, это чтобы стирать вот этот чехольчик. Ну, естественно, сверху еще и наволочку одевают. Так, можно вот эту лузгу вынимать и стирать и этот чехол. Но саму лузгу стирать нельзя. Короче, вот, смотрите, что внутри. Прям самое настоящее. Самое настоящее. Ну, не гречка, а шелуха от гречки. Вот, значит, смотрите, если это я на гладилке показываю, вот видите, если ее проминать, она, конечно, проминается под тяжестью, но, значит, какие у меня впечатления? Бабушке очень нравится, но подушка это подойдет тем, кто любит, во-первых, жесткие подушки, потому что она не мягкая, и ее надо постоянно поправлять. То есть тем, кто спит во сне, активно ворочаясь, наверное, она не очень подойдет. Почему? Потому что, вот, к примеру, вот вы можете так сформировать валик, лечь на эту часть. Вот голова у вас сюда продавится, все. Если вы перевернетесь, она за вами не будет повторять. Вот если, вот, к примеру, сделать здесь мало, а здесь много, то вот она так и останется. То есть, если вы перевернетесь, она, видите, очень сильно надо давить, чтобы она продавилась под вами. Соответственно, ее надо поправить, лечь на нее как удобно. И вот лежать на ней, конечно, удобно, все. Она прям идеально принимает форму шеи, головы. Но если вы, к примеру, во сне повернетесь на бок, она вот
не примет сразу форму, как, к примеру, подушка анатомическая моя, которая держит форму тела. Вот. Поэтому подушка это подойдет тем, кто любит первые жесткие подушки и спит более-менее не ворочаясь. Эти подушки мы такие взяли на дачу, спим на них тоже. Ну как, мы будем иногда на них спать, иногда не на них. В общем, подушка, в принципе, нам понравилась. Бабушка купила и домой на дачу себе такую подушку. Ей вообще идеально понравилось. Она любит жесткие матрасы, жесткие подушки. Это прям ее. Так, я вышла на балкон. Сегодня еще была доставка из Хофф. Завтра мы поедем на дачу, завтра пятница. Вот, в Хоффе я заказала все-таки себе подушку точно такую же, как у меня дома. То есть анатомическую. Потому что я люблю иногда и помягче подушку, что она вот прям принимает форму головы, шеи. Мне это очень нравится. Вот у меня на даче будет и пожестче подушка, и вот такая. Причем я покупала зимой ее за 2000, а сейчас она по скидкам в Хоффе, по-моему, 1200. Ну, в районе таком. И еще эту вот коробку нам привезли целую доставку. Еще заказали бокалы для вина на дачу, потому что дома у нас бокалы есть, а для дачи у нас там бокалов нет, только стаканы. Они вот такие вот громадные. Вот такие вот. Для красного вина. Сейчас покажу. Это неудобно показывать, но ладно. Вот такие вот бокалы. В общем, бокалы я покажу вам поближе на даче. Вот так вот как бы представление есть. А на даче я покажу, достану и покажу, какие бокалы для красного вина. Мне кажется, очень симпатичный. Сережа выбирал. Так что на даче у нас тоже теперь будут бокалы. Так иногда, когда вот было день рождения или что-то, выпить вино, а у нас только стаканы. Всем привет! У нас пятница. Сегодня, в общем, мы отвезли Машу с утра в институт, как обычно. Сейчас у нас уже пол первого времени. Потом, в общем, по делам ездили. Карту, кстати, уже и Маша, и мне оформили. Я рассказывала, что я подавала на именную, Маша подавала тоже карту. Вот, сегодня забирала в Сбербанке карту, там еще кое-какие дела делала в Сбербанке. И, в общем, мы уже освободились, дома попили чай и выехали на дачу. Погода вот такая у нас дождливая сегодня. Вроде бы она и неплохая, даже солнышко проглядывает, но дождик. И, кстати, 10 градусов, 9 даже показывает. Посмотрим, что там наши обогреватели на дачу. Интересно, сколько наверху, да? Мы же там на бум поставили. Так, приблизительно. Раз наверху просто на обогревателях не точное значение, а как бы... Ну, я знаю, вот что цифра 4,1 это 25 градусов, например, на нашем обогревателе. А внизу у нас там точно вставляется. Так что, значит, Данька не поехал, потому что я говорила, что он приболел. Погода нестабильная. Сидит дома. Вот. Ну и, соответственно, бабушка тоже дома. Маша учится в субботу. Рича, кстати, тоже оставили дома. Потому что дождь, грязь. Мы хотели его забрать, бабушка сказала, что оставить. Сейчас много машин уже, нет? Нормально. Хотели пораньше выехать, но я думаю, что вечером было бы все равно больше. Мы доехали. Погода такая осенняя. Сейчас зайдем в дом, посмотрим. Посмотрим, что там у нас да как. Шестнадцать градусов тут показывает. 16? Да. Ну, уставим до 15. Сейчас посмотрим.
17 даже не показывает. 17? Да. Отлично. Наверху еще глянули бы, сколько там. Сколько днем еще? Ну вот, 17 градусов, так как бы жить можно. Что тут? О, тут 20 у нас. 20? Да. Чувствую, что тепло. Угу. Да, 21. Еще можно поджарить побольше было. Вот они, вот они тут 18 или 19, да? 18. На сколько стоит? На 25. Тепло, кондиционер сейчас включили. Смотрите, какие уже краски осени. Вот некоторые деревья вообще уже желтые. Ну тут сейчас увидим чуть дальше. Тут елки, много елок. Уже прям видно, что это осень. Мы там все включили, где надо, и в магазин сейчас поехали. Видно, что это осень, и небо такое, деревья желтые. Вот, а проезжали мы там выше по реке, там у них электричества не было. Мы хотели в магазин заехать, а электричества нету. Электричества нету, да? Угу. Так что едем. Пришлось нам вот заехать домой, все включить и ехать в другую сторону. В сторону Вереи. Небо какое, да? Дождик, что ли? Вчера обещала показать бокалы. Вот, когда уже вымыл. В общем, вот такие они. Очень красивые. Сейчас я их помою и поставлю в шкаф.